конца XV века Жировичская земля благодатна особым покровом Богородицы. Тогда с явлением чудотворной иконы Божией Матери открылись дороги со всех сторон и стран для страждущих душой и телом в милости Божией. Людской наплыв в Жировице случился и 14 мая. Нет, традиционное празднование не перенесли. В этот день в Жировицкую святыню, в этот духовный центр белорусского православия, прибыла на сутки святыня греческая с острова Киркира, ковчежец с мощами святителя Спиридона Тримифунтского. Кстати, ковчежец с сандалией святителя в этот же день был доставлен в Сынковичскую церковь, где будет находиться до воскресения 19 мая. Спаси нас, дьявола продонья, святитель Ойче Спиридоне. Сегодня до нас прибывают мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Мы вот специальный листочек выпустили для того, как люди ведали его житие. Тут житие и цуды, какие сотворил этот святитель. И он родился в часы и служил в часы равноапостольного Константина. И разом с Миколаем Чудотворцем они обороняли православную веру на першем Сусветном соборе. И он, ему Господь дал величие дары, дар судотворения, дар оцарения хворых, навод небожчиков поднимал струны. Сила чудотворения святителя Спиридона, дарованная ему Господом, привела в Жировицы тысячи людей, даже из-за границы. Километровые вереницы машин заполнили Жировицкие улицы. Кортеж, доставивший десницу святителя Спиридона, остановился у ворот Свято-Успенского собора. Архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий принимает из рук настоятеля храма острова Киркира ковчежец с мощами святителя и несет его в храм, первым прикладывается к святыне. Настоятели Жировицкого и греческого храмов обмениваются словами приветствия. Архиепископ Гурий подносит гостю копию Жировицкой иконы Богоматери, а между тем людской поток устремился к иконе и мощам святителя Спиридона. На выходе из храма люди не скрывали своих эмоций и душевного восторга от прикосновения к святыне. Слава Богу, мы прикоснулись к такой божеской благодати. Прямо душа ликует, да, Мишенька? У нас ребенок тоже первый раз приехал, приложился к святым мощам. Мишка, скажи, тебе понравилось? Наверное, и да. Понравилось, очень понравилось. Я приложилась к святым мощам, испытываю, не знаю, у меня эмоции перебивают меня. Просто перебивать. Я не знаю даже, что я ощущаю, потому что я не успела. Я помню, даже все дрожит. Я не знаю, как это. Ну, чувство, я не знаю, как это испытать, это чувство. Всего сутки находились мощи святителя в Свято-Успенском соборе. И ни на минуту храм не пустовал, даже ночью. Озаряет свет веры Христовой. Лишь бы каждый постарался увидеть его взором и ощутить сердцем.